Знаете, у каждой песни есть своя судьба. Судьба счастливая, судьба несчастная. Или вообще бывает песня, которая появляется и сразу исчезает. Песня, которая прозвучит сейчас, у нее пока нет судьбы, она сегодня родится. Это песня, которую вы сегодня услышите впервые, и я ее буду петь впервые сегодня. Я расскажу, в двух словах не буду занимать ваше внимание. Был такой эротический фильм в свое время, «Эммануэль», помните? Фильм, так себе, дряной. Но музыка там была совершенно феноменальная. Композитор, который написал музыку к этому фильму, фамилия его Фрэнсис Лей. Он написал музыку фильму «Она и она», «Мужчина и женщина», помните, да? Изумительный, совершенно потрясающий композитор. Но, к сожалению, так вот. Потрясающая музыка попала в дряной фильм. Это музыка, это не песня. Но я еще, будучи молодым человеком совсем, когда я услышал впервые, я всегда вынашивал эту идею и мечту сделать из этой мелодии песню. И вот, на мое счастье, в вашем городе живет совершенно замечательная женщина. Зовут ее Мария Фуксман. Может быть, многие кто-то знает, знаком с ней. Она мне как-то сказала: «Феликс, если у вас будет какая-нибудь интересная мелодия, я с удовольствием напишу стихи». И она написала, на мой взгляд, замечательные стихи. Сейчас вы это оцените. Я надеюсь, вам понравится. Музыка не нуждается в рекламе. Композитор Фрэнсис Лей. Песня называется... Вы знаете, у нее даже название поколения. Я придумаю. Пожалуйста. С тобою утро раннее.
Спасибо.